Доброе утро. Здравствуйте. Сегодня уже время 1:30, покушал, встал. Погода сегодня какая-то вообще, посмотрите, подсыки. Просто никакая. Такая мне не нравится совсем. Вчера ночью катался, когда приехал. Наверное, минут 15, куда машину бы поставить. Искал, искал, искал. И поставил ее за 3-9 земель. Аж вон там. Мне он подписчик советует, говорит, попробуй 6 часов утра погонять. У меня просто график не какой-то, как бы, я себе выбрал такой, что до ночи потом сплю. И из-за этого, соответственно, я не могу встать в 6 утра. То есть надо какой-то день сделать выходным, чтобы я лег спать пораньше и потом в 6 утра пошел на работу. Потому что, говорят, иди в 6 утра, ты заработаешь. Я скажу честно, не пробовал еще с 6 утра гонять. Может быть, надо и попробовать. Если считаете так, ну, напишите в комментах что-нибудь, что да, да, попробуй, я сделаю. Очень приятно, ребят, что подписываетесь, что кому-то интересно, что-то спрашиваете. Блин, ну хотелось, честно, как-то для Москвы хотелось бы, ну, треху хотя бы в день зарабатывать, ребят. Напишите, сколько вы зарабатываете. Только так вот, чистыми, не то, что там грязными. Грязными я тоже могу написать там 8, 5, 6, 7. А чистыми. Стоит малышка. Половина 7-го, короче, было куча дел, на работу не успел. Надо было съездить в этот, в таксопарк свой. По пути взял одного человека. Короче, не знаю, будем сегодня, поработаем чисто на аренду, как говорится, потому что сегодня прошарился по своим делам. Не знаю, посмотрим, что там будет. Я вам все равно засниму, что-нибудь покажу. Пока я там что-то смотрел опять, пришла подача 1,3 километра, 5. Едем в Мытищи. Долгая поездка, час 10, 24 километра. Ну, поехали, а что? Выйдет, наверное, рублей 800, может, при хорошем раскладе. Прем. Ну, какая разница, что стоять, что не стоять. Когда попить хотел купить, блин, ну ладно. Ну, парни, человек дал, поездка стоила 1137 рублей. Он дал двушку, я дал 700, и потом еще начал давать 50 рублей. Он говорит, на ваши 50 и еще сотку на чай. Короче, дал 150 рублей. Это замечательно. Пассажиру прямо пятерку ставим. Сейчас мы проедем немножко. Прям красавчик. Мужик. Пока ушел с линии, пойду за продуктами попить, водички куплю. А вон и, кстати, магнит. Магнит у дома. Мчим магнит за водой. Ребят, сидел, ужинал, пришла заявка. Такая, коротыш. Некурящий водитель. Хорошо. Едем 1,5 километра, и, наверное, заявка 1,5 километра, рублей 200 будет это все стоить. Ну, прям совсем копейки, но отказываться не стал, поехал. Горе заявка, 9 минут в пути, 1,5-3 километра проехали, и 1,5 подача была. Спасибо за поездку. Некурящий водитель, некурящий. Ждем дальше. Пришла заявочка. Короче, постоял в этих Мытищах, одна заявка была по комфорту, проехал 2 километра, вот это, поставил кнопку по делам, поставил точку в Москву и включил эконом. Ну, спустя, наверное, 10 минут, такой 10-5, пришла заявка в Москву, прём. Москва, Цветной бульвар. Опять 29 километров, зачем он 29? Мы выберем 42 минуты, мы выберем 23 километра, 44 минуты. На 2 минуты и на 6 километров меньше. Правильно? Правильно, ребята. Так что проверяйте. Давайте поставим в комментах, как вы думаете, сколько будет стоить эта заявка. Ехать 23 километра. Наверное, это эконом по-любому, раз по комфорту не было заявок. Но ехать 40 минут. Сколько вы дадите за это? Я думаю, 520 рублей, мое мнение. Пишите в комментах, сколько вы считаете. Ехали вы 42 минуты. Человек дал
639 рублей. 650. Продолжить. Без маски был. Пропустить. Так, завершить делаем. И ставим уже просто на линию по комфорту. Мы в центре. Коэффициенты горят. Ждем. 300 метров, 1,8. Едем. Поехали. А куда мы едем, ребят? Поверните налево, а затем развернитесь. 4 километра. Хорошая заявка была. 5 километров, 500 рублей. Правда, уехали из центра. Ну, ждем. Ждем. Поехали. Ребят, поедем мы Кронштадтский бульвар 6. Это 30 километров. Да, 19. А, ошибся. Жалко. Ну ладно, тем не менее поедем. Коэффициент 1,1. Когда длинные поездки обычно 1,1, как примерно. Ну так всегда бывает. Все, посмотрим, сколько будет стоить. Включу. Ну что, ребят, ехали мы 33 минуты, 646 рублей. И километров, по-моему, 20 мы проехали. То есть, а предыдущая заявка была 4,5 километра, 520 рублей, да, с коэффициентом 1,8. Здесь был коэффициент 1,1. Ну, понятно. Ладно, едем дальше. Мы где находимся? Уехали с Москвы опять куда-то. Ну, ждем заявку. Начинается какая-то, смотрите, ребзя. Такая. Погодка. Такая себе. Нет, ну, если на лыжах там гатануться, то погода нормальная для работы. Такая себе. Ребзя, ставим тогда опять, мы уехали из центра, ставим опять по делам. Указать на месте район. Куда мы поедем, где? Коэффициенты горят, туда и поедем. Оп. Ладно, это будет дороже, но поедем туда. Ставим эконом тоже. Оп. И ждем. Ждем заявку. Ребят, едем. Площадь возгорания составила 3,5. Спустя минут, наверное, 8. Поехали. В Москву едем, по-моему, да? Ошибаюсь. 3 обезьяны. Ну да, 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 хорошо, погнали. С пассажиром выключал свою музыку, вроде нормальная такая музычка, попел он, то есть подъехали, рассчитались. Я говорю, нормальная у вас музычка, все отлично. Он говорит, музычка хорошая, говорит, ну я извиняюсь за подробности, я гомосек. Прикиньте, я говорю, ну каждому свое, как бы, давай, все. Едем на следующую заявку, все, не переключайтесь. А, цена 462 рубля, дал 470, без ничего. Маски в маске был. Оценку мы не буду ставить. Поверните направо, а затем... Сказать, что заявка еще пришла. 2,9 километров, 6 минут, коэффициент 1,8. Поверните направо, а затем... Пока ждем заявку, отвечаю на комментарии на ваши ребят, которые пишете. Сейчас напишем. Так, заход, да, вы просите в квартиру снимать с кем-то, за тридцатку на двоих, также по деньгам, только квартира. Ответим, да. Да, это проще, но... Ну вот, ребят, пока отвечаю на ваш комментарий. Все, добавил коммент. Пишите, что-нибудь спрашивайте, это... Нормально. Ехали 3 километра, 360 рублей. Нормально. Поставим пятерку. Собака был. Пассажир. По делам завершаем. Зачем нам лишняя комиссия? Правильно. И делаем просто на линию. На линию. Оставляем только комфорт. Потому что мы в центре. Я думаю, что-то... А, уже вообще нет заявок здесь. Уже вообще нет заявок. Может, эконом оставить? Как считаете, может, эконом оставить тогда?
раз тут нет заявок. Или все-таки возьмем еще одну по комфорту с коэффициентом. Или эконом. Ну давайте подождем. Едем. Погнали с вами, ребят, по комфорту. Еще 1,2 коэффициент. Ну погнали. А куда поедем-то? 24 километра. Рассказовка. Ну погнали. Ребят, ехали 25 минут, 775 рублей. Нормальная заявка, но оказались мы где-то далеко. Где-то непонятно. Короче, похоже, мы зависли здесь. Ну что, постоим еще минут, наверное, 10. Если ничего, то ставлю опять в центр. Пусть когда ставишь в центр, то комиссия больше берется. Я не хочу комиссию больше. Но если ставишь домой, то комиссия не берется, обычно берется. А домой я хочу и статить завтра, может быть. Ладно, ждем, если нет, ставим тогда домой. Будем мы с вами ждать, поставим кнопку домой, поставим тарифы, эконом. Пока коэффициенты, а то сейчас разберут, и вообще отсюда не уедешь. Может быть, так. Делаем. Так, где там эти тарифы? Тарифы. Ну, эконом есть. И домой. Поехали. 40 километров. 40 километров. Ну, блин, будем мчать. Все, ждем заявку. Поездка 42 километра. Принять. Какой коэффициент, забыл посмотреть. Ну ладно, помчали. Поедем Полярная улица. Не 50 километров, конечно, мы поедем за 44 минуты, а поедем мы 39 километров за 49 минут. Да? Хорошо, готово. Только непонятно, смотрите. Вот я в тупике, а вот указан адрес. С какой стороны? Ну, навигатор сюда привел. А здесь какие-то гаражи и забор. Сейчас чувствую, клиент скажет: объедьте вот так. Вот так. Может, вот я ввел приложение. То есть по эконому 813 рублей будет стоить это. А по комфорту 1041. Лучше бы, конечно, по комфорту, но я сомневаюсь, что, скорее всего, 813. Сравним, сколько будет, когда мы нажмем в пути. Да, алло. Здравствуйте, а вы где, скажите, я вас не вижу. На точке, куда вы указали, куда привел навигатор. Да. Тут стоит забор. Какой? Продуктовый магазин. Нет, не вижу. Здесь какая-то стоянка получается, забор высокий и дом желтый. Сейчас не надо, я не знаю. Да-да, стоит, объясните, пожалуйста. Вы переделки заехали, правильно? Как еще раз? Алло. Да-да. Вы переделки заехали, вы где стоите? Стоянка такая, здесь большой забор белый и желтый дом какой-то при въезде был. Так, желтый забор, белый дом. Нет, белый забор, вы желтый ходите? Дом. Да. Но вы у дороги стоите или вы куда-то заехали? Могу у дороги назад выехать. Ну, точка стояла здесь, сюда и приехал. Могу к дороге выйдите, выехать. Выйдите, пожалуйста, вот дороги, да. Вы здесь стафор увидели, вот здесь автобус на остановке, стафор, здесь продукт есть в магазин. Может, что-то тетка через место уехала. Так, давайте. Вот, куда? На дороге выйдите, пожалуйста. Так, вот я сейчас выезжаю на дорогу, на главную. И куда мне, налево и направо, куда? В какую сторону мне двигаться? Так, вам, наверное, налево будет лучше. Вы смотрите. Выезжая на дорогу, черный GL. Да, сейчас давайте смотреть. Вы меня видите по навигатору? Просто я же не. Так, вот я выехал на главную. Так, слева я вижу остановка сейчас есть. Вот слева остановка, куда мне? Справа светофор. Алло.
Давайте, может быть, я попробую с другой стороны, не знаю, заехать. Где светофор? Сейчас, секунду. Вот вы видите точку, правильно? Я еду к вам, двигаюсь, нет? Сейчас заехал как бы в частный сектор. Что? Сейчас в частный сектор заехал, получается. Смотрите, вы можете ввести сюда писательский проезд 6/8. Это там где-то рядышком, но он вам покажет правильно, как приехать. Вот точка может быть напала. Писательский проезд 6/8? Да, писательский проезд. Да, 6/8. Ну, вы знаете, любой писательский проезд, это там где-то находится. Ну, может вам... Ну, давайте, сейчас я вобью в навигатор и... подъеду к вам. Давай, я на аварийке здесь стою, да, я вас жду. Угу, хорошо, сами. Хорошо. Это вам прям фрегаты там точно приведет, потому что нужно будет подписаться. Хорошо. Ага, спасибо. Ну что, ребят, ехали мы 49 минут, 40 километров, 1072 рубля. Ставим пятерку, были адекватные пассажиры. И до дома осталось нам 12 километров. Ну, это уже хорошо. Это уже неплохо. О, едем. Кстати, заявка была по эконому, ребят. Я думаю, по комфорту, по эконому. За ожидание того, что там сотка взялась еще. Из-за этого цена такая. Все, едем дальше. Так, ехали мы 2 километра, 158 рублей. Осталось 9 километров. Наверное, надо ехать, парни. Поеду пустым, потрачу литр бензина. Чаевых оставили. Ну что, ребятушки, сегодня был у меня такой нерабочий, ну как, считай, нерабочий день, потому что были свои дела. Первая заявка была в 6 часов. И закончил я в 2 часа ночи. То есть получается 6 плюс 6, это 12 плюс 2, 8 часов как будто я отработал. Но опять же, меньше 12 часов нет смысла работать, вы же знаете, да? Но я просто отработал, дабы там хостел свой отбить, аренду отбить и там еду. И, ну и как бы чисто символически себе заработать. Так что, парни, не работайте меньше 12 часов. Первые 8 часов... часов 6 вы отрабатываете просто аренду и все. А после вы уже зарабатываете. Вот за 8 часов я заработал, я сделал 10 заявок. Почти все они были, опять же, по комфорту. На общую сумму 4602 рубля. Давайте, как всегда, вам сделаю. На 4602 рубля. Вернее, 4400. 150 мужчина там один оставил чаевые и 50 парень оставил чаевые. То есть я, кстати, отнял аренду 1800, бензин 1000, 500-шка еда, 500-шка хостел. То есть заработал 802 рубля за 8 часов рабочего времени. Ну, то есть это не антирекорд, ну как бы все прекрасно понимают, кто работает в такси, что меньше там 12 часов, ну как бы, ну, вообще редко, то есть ты что-то заработаешь. Ну либо, как все рекомендуют, там выходить с утра там в 6, там часов до 10, до 11, потом поспать и вечером выходить. Тоже вариант, я обязательно попробую так. Но сегодня как бы, ну это такое, смена лайт. То есть, ну как бы почти не проработал, просто отбил. Забыл, что сказать. Остановил... меня гаишник сейчас же ехал к дому, остановил. То есть я был пристегнутый в маске. Он говорит, ну как дела? Бизнес прет. Я говорю, прет. Я начинаю доставать документы. Он говорит, езжай. Я говорю, ну спасибо вам. Так что бывают и нормальные, доблестные, честные и сердцу дорогие. Все, не переключайтесь. До следующего дня.